Президент Владимир Путин подписал закон о праздновании 30 сентября – Дня воссоединения новых регионов с Россией. Акция к памятной дате объединила местных активистов Молодой гвардии Единой России и ребят из Инакиева Донецкой Народной Республики. В преддверии памятной даты молодогвардейцы трех округов – Щелково, Фрязино и Богородского – в Щелковском парке культуры и отдыха мелом нарисовали на площади перед сценой половину карты России. В то же время в городе Инакиево Донецкой Народной Республики вторую половину карты с новыми территориями нарисовали активисты местного штаба Молодой Республики и Молодой гвардии Единой России ДНР. Два рисунка объединили в коллаж, символически демонстрируя возвращение Донбасса в свою родину – Россию.